Урунтай Альнурова преподает русский язык и литературу в одном из самарских колледжей. Вместе с учениками она организовала агитбригаду. Ребята участвуют во всех патриотических событиях города и за его пределами. И, конечно же, в параде памяти. Такого рода мероприятия необходимы в воспитании сегодняшней молодежи. Нельзя допустить, чтобы забыли великие события той войны. Поэтому, тем более, наша Самара получила звание города трудовой доблести, трудовой славы. Всего в мероприятиях, проходящих в рамках международного патриотического проекта «Парад памяти», участие приняли более 300 тысяч самарских школьников и студентов. В этом году конкурсы проходили с октября по ноябрь по нескольким направлениям. Среди них областной конкурс чтецов, рисунков, агитбригады и театральных коллективов. Результат этих мероприятий, он потом проявится уже со временем, когда мы увидим, что наши дети познают историю не только из учебника истории, написанного кем-то, а из уст единомышленников, из уст жителей города, из уст участников определенных мероприятий. Победители, занявшие первые места, были награждены дипломами и ценными подарками. Мария Ильчан, Мария Левина. События.